Добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова Некрос. И у нас сегодня новая игра на канале. Называется Dread Templar. И похоже, что эта игра похожа на Doom. Итак, начинаем. Выбираем максимальный уровень сложности. Адский. Аптечки почти не встречаются. Так. А знаете, на что это даже похоже? Это даже похоже на первый Quake, судя по графике. Опа. Двойные катаны. О! Слушайте, а давайте я так сразу, чисто так пойду. По ходу игры. Этот портал ведет в компанию. Удачи. Ведь. Начало. Нифига музыка тут, ё-моё. Жёстко. Так, а кнопку можно... А, кнопку нельзя держать, да? А, можно. Кто это? В смысле? А, все? А, все, что ли? Я выкинул... Я катану выкинул. Прикинь. Вот оно как, да ладно. Нифига себе. Так, у меня все, здоровья уже нет. О. Мне удалось найти секрет. Так, а ну-ка. Ой-ой-ой. Опасно. Но с аптечками тут все в порядке, я смотрю. Так, это лифт. Это туда допрыгну, интересно. А, да. Так, он даже во время приседания быстро бегает. Нифига себе. Жесткий. Так, а вот теперь... А вот теперь... А вот теперь на лифт. Угу. Никого нет, удивительно. Ох ты. Он
Он очень быстро двигается. Так, погоди, погоди. Надо что-то выбрать. Панель улучшений. Ух ты, нифига. Катаны, пистолеты, сам персонаж. А, у меня нет кристалла. Пистолет урон. Это рандомное улучшение. Сейчас. Так. Ага. То есть я разблокировал умение персонажа, походу. А! Мне нужно было разблокировать вот эту штуку. И сюда вот эту вставить. Чтобы увеличить урон пистолета. А! О, нифига! Нифига, так их можно прям прокачивать и это. И отменять. Нормально. Ну все. Так. Значит, урона будет больше. Ура-ра-ра. Ой, а там шипы. Туда лучше не падать. И там броня, походу. А сохранять ее нельзя, да? А это, походу, конец уровня. Ой-о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 й. Чуть не упал. Так, подожди. Энергия замедления времени. Опасно. В смысле? И где он сохранился? Просто интересно. На адском-то уровне. Это и есть сохранялка. Нифига себе. Так, полное замедление времени, да? Так, тут еще рывок есть, я смотрю. О! Так, а замедление времени на кнопку Z. А-а-а! Ой, а все равно... Все равно так-то жестко. Так, огонь ему урона не наносит, я смотрю. У! Опасно. Бросок сам восстанавливается. Но он, наверное, урона наносит очень много.
Да, нифига. С одного удара. Ой! Ой-ой-ой. Так, загружаемся. А, ну... Я опять тут. Тихо. Эта руна работает очень мало. А все равно у меня здоровья мало. Я с одного удара отвалюсь. Нужна аптечка, а аптечка на адском уровне будет попадаться очень нечасто. А, вот она. Ну, это... Там, это мало. Он меня ранил. Ой. Ой, да ну. Так, я понял. Еще аккуратнее. Еще аккуратнее. Тихо. Ой. Эта руна времени очень ограниченное время действует. Мне кажется, ее лучше это против боссов вязать. Да я смотрю, прям это, прям сложно. Тихо. Так, вроде прошел. О, ого. Это было внезапно. Скорость игры, как в серьезном Сэме, прям очень быстрая. Очень-очень быстрая. А, этот, остановка времени накопилась. Так, подожди. О, тут кто-то есть.
Ага. Воу, откуда это? А ну он тут-то не пробежит никак. Тут за каждым углом монстр может быть. Короче, если надо будет время остановить, энергия накопилась. Опа. Экран постоянно мигает, и непонятно. Опасно. Ага. Тут никого вроде. Ого. Ой. А, это он и прибежал, что ли? Ой-ой-ой, что делать? Ну чё? Ага. Они сами, видите, подбегают. Опасно. В смысле? Это что за рывки такие? Ух, в смысле? Фига себе, они еще и это уворачиваются. Сохранялка. Угу. Красная ключ-карта. Ну-ка, подожди, сохраниться надо. Все. Так, теперь ящики смотрим. Ну, если энергия для остановки времени накоплена, то он сферу не берет. Так, теперь наверх. А, я забыл. Катаны же в виде копья тут. А, он как-то так вот залезает необычно. А, ну это походу выход из уровня. Ага, нет. Наверное, урон получит. А не.
Так, рывок. Угу. Есть красная ключ-карта, мы можем открыть эту дверь. Ага, и лифт заработал. Выход с уровня. Жестко, жестко. As far as I could remember, my grandfather had always been by my side. He was the most important person in the world to me. That night, he was telling me a bedtime story, as usual. A red mist rose around our cabin, bringing with it a horrid smell. My grandfather tensed up and turned pale. He quickly opened a casing with his rifle, shoved me into the hidden compartment in the walls, and warned me not to make a sound under any circumstances. I was scared, but he smiled gently. Then, the hidden door slammed shut with a thump, obscuring his figure. Так, надо сохраниться. Что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Все нужные ссылочки в описании. Подписывайтесь на мои каналы YouTube, Дзен и Boosty. Всем хорошего настроения и всем пока.